Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Южный парк Разрушитель Мобил. И мы продолжим с вами проходить основную сюжетную линию. Так, эпизод 10, Яма орков. Ну что ж, поехали. Посмотрим, кто нас здесь будет поджидать. Так, играть. Лучшая добыча. Паладин Баттерс. Робин Твик. Поехали, ребята. Я попытался первый разок с ним сыграть, но, ребят, меня отвлекли, мне пришлось просто выйти из боя, поэтому поехали. В принципе, ничего сложного в нем нету, я надеюсь, все у меня сейчас получится. Так, ну что, загрузка хорош, приступим, ребята. Для начала я вызову Кенни и дрон пришельцев. Так, ну, с этими олухами мы быстренько сейчас разберемся. Воу! Так, давай, Джимми, беги, как раз будешь мне помогать здесь, пока не очухался. А мы возьмем с вами Клайда с крюком. Так, космовоитель, давай, бомби. На, получи. Так, отлично, пока все хорошо. Дрон, господи, ребята, так. А что это у нас там за хламон бомбит, а? Бомбы. Так, это у нас Нейтан, да? Давайте быстренько разберем. Так, космовоитель, давай быстренько накажи, наверное, Нейтана мне. Куда ты побежал-то? Чё ты делаешь-то? Нет, ребята, он взял и бьет по фонтану, а? Ладно, давайте тогда призовем сюда еще и Картмана. Ну, что так долго бьем фонтаны? Давайте еще гостей, пришельцев, призовем нам на помощь. Все. Так, эти бочки здесь неспроста, да? Наверное, сейчас будут выпрыгивать. Естественно, ребята, будут выпрыгивать и... Куда? Куда ты стрельнул, Картман, ё-моё? Кстати, Нейтан, я думаю, здесь тоже будет немаловажен нам. Пускай бросает свои бомбочки. Все-таки, да? Вот так вот. Так, вышибала Джимми. Призовем. И, ребята, сейчас, в принципе, уже, наверное, будет и босс, я так понимаю, да? Где там у нас? А вот он у нас и Картман стоит. Так, вызывает он... Да-да, Робин Гуд чертов. Что ты со своим яблочком, Робин Твик? Так, ну что, ребята... Давайте начнем, пожалуй, потихонечку. Опс, не добежал он маленько. Что такое? Кто там к нам подкрадывается? Тихо ты, разбуянился. О, ребята, нас немножечко отравили. Клайд, выходи, бросай свой крюк. Кого бросит-то он, интересно? Ну хотя бы так. Слушай, что это за домики? Вылазят они отсюда, а? Ну-ка, Картман, покажи им. Почем фунт лиха? Ой, ребята, что-то как-то не особо хорошо у нас тут получается. Вы тоже заметили, да? Ох. Совсем худо дело-то у нас. Ты посмотри. Ты посмотри. Ну-ка, Докпу. Давай, радость моя. Накажи хотя... О, молодец. Так, и остается один олух у нас, да, Твик? Все-таки он пробил меня маленечко. Ладно, не беда. Гости из будущего, скажем так. Пришельцы. Ну что ты, один на один так все? Сосуночек сразу же, да? Заплакал, упал. Пожалейте меня, никто тебя жалеть не будет. Так, используй ковбой X9, одиночный режим. Победи бойцов X9. Понятно, что-то мы с вами получаем, копим, но это и хорошо. Так, ребята, первую мы миссию с вами прошли. Так, давайте вскроем. Крейг мне не ответил, никто его не видел? Может, он нашел себе кого-то еще? Я здесь, всего 10 минут прошло. Так. Обычно ты сразу отвечаешь. О нет, прошла любовь, а? Любовь прошла у них, завяли помидоры. Отсоси, жертрест. Крейг-то у нас тоже получил по полной программе. Так, ребята, кого мы можем здесь с вами улучшить? Паладин Баттерс, да? О, женщина-врач. Давай-ка мы, наверное, улучшим ее. Да? Отлично. И больше, наверное, никого. Конечно, мы можем еще паладина Баттерса. Так, новый уровень. Отлично. Так, и на этом все. Нет, ребята, не все. Пиратский корабль Тим. Тоже тогда будем его улучшать. Все. Теперь, да, ребята, теперь все. Полностью мы улучшили, кого смогли. И переходим на следующий уровень. У нас это яма орков. Так. Что нас будет здесь поджидать? Лучшая добыча. Барт Джимми. Это что за чувак? Знаете, кого напоминает мне? Друидку. Наверное, это он и есть. Вот он, скорее всего. Вот с этим чувачком мы будем драться. Судя по всему. Ну что, будет какой-нибудь диалог? Или на этот раз все тихо и молча? Давайте посмотрим. Ребят, мне нужны вот эти вот герои новые. К
Как их получить, я пока не знаю. Угу. Ну, нет, пока мы не будем. Давайте вот гостей призовем, наверное. И стрелка Кайла. Оу-оу-оу-оу, тихо. Не надо нам тут выеживаться. Так. Ну, башню забомбили. Так, а вот тут-то что-то как-то кисло у нас все. Смотри, на самом деле. Ох. А не слишком ли вас тут много, а, пареньки? Вышибала Джимми, завалили его там. Давай, Стэн, помогай. Ну, хорошо. Здесь мы справились с вами. Двигаемся далее. Так, еще один фортпост якобы, да? Два фортпоста. Я не знаю, стоит ли здесь делать заморозку. Стоит. Стоит, ребята, делать заморозку однозначно. Что это такое сейчас было? Что он там за мелодию сыграл, а? Смотри, он ко мне подкрадывается. Ребята, он подкрадывается ко мне. Он начинает меня бомбить потихоньку. Все, да выеживался. Так, вот фортпост, мне вот это, конечно, не нравится. Их здесь две штуки. Гости, помогайте давайте мне, в конце концов. Расстреливайте эти башни. Минус. Так, тут фонтан еще, да? Хилище стоит. Ну, забомбим или нет? Черт подери, у меня отняли немножко здоровье. Мне это не нравится, совсем не нравится. Так, крысы тут еще, смотрите, бегут. Погоди-ка, вот здесь бы как раз бы нам Картман бы не помешал бы, да, со своей массовой атакой круговой против вот этих крыс. А это что за пиромант идет? Ну-ка, дай-ка я вызову сюда Нейтана. Ну-ка, Нейтан, давай, сзади. Сзади, ребята, крадется Олух, смотрите. С колокольчиком, а? А ну-ка, вот так вот. Будет знать свое место, прошивец. Так, ну, вроде бы нормуль. Голуби. Голуби летят. Давай вызовем Кайла. Так, крысы. Что-то их тут слишком много. Но Нейтан довольно неплохо с ними справляется. Смотрите, ребят. Он бросает бомбочку, все окей. Стэн цифровой. Давай, ты нам здесь понадобишься. Да что такое, я не могу понять. Ребята, он меня бомбит, оказывается. Мне бы, конечно, сюда, наверное, не помешал бы хиллер какой-нибудь, судя по всему. Слушай, заморозка сработает, если мы так... Да, она и на башне срабатывает. Это, кстати, классно. Космовоитель забомбили. Докпу на выход. А вот, ребята, и Картман. Что на этот раз? Темный эльф Кайл. Эффект. Все союзники получают неуязвимость на 4 секунды. О-хо-хо-хо-хо. Темный эльф Кайл. Так, вот это плохо, ребят, что на 4 секунды все получают неуязвимость. Так, ну-ка, может быть, у нас получится его забомбить. Так, усилим команду нашу. Так, Нейтан тут, кстати, неплохо, да, против голубей сыграл. О, да он ватный, господи. Темный эльф, какой же ты темный эльф, ты друид какой-то был. Но, тем не менее, ребята, мы с вами прошли этот уровень и переходим, естественно, на следующий. Так, откроем шкафчики, посмотрим, что нам здесь достанется. Бар Джимми выпал. Неплохо. Слушай, а у меня бар Джимми есть? Я его открывал или нет? Я вот не помню, если честно. Я думаю, что он нам пока не нужен. Так, ну, а мы передвигаемся далее. Полицейский участок. О-оу. Так, а ты-то кто у нас такой? Темный МакКрейг. Можно будет из шкафчика достать. И тут у нас, как я понимаю, Рэнди, да? Только кто он такой? Неужели этот маг, который яйца там выплевывает? Почему-то мне кажется, что это именно он. Хотя я могу и ошибаться. В общем, сейчас мы все это с вами дело посмотрим. Я все-таки решил взять Нейтана и возьмем дрона. Нейтан очень хорошо прикрывать будет, если что, своими бомбочками. Ага, ага, вот об этом я и говорил. Так, это кто? Это курица бежит. Точно, ребята, раз эти петухи у нас появляются, значит, это будет Рэнди-фокусник, скорее всего. Ух, да сколько вас тут? Эй, тихо. Ребят, смотри. Их тут слишком много. И курицы, и голуби. Му-му. Вот тебе и му-му. Двигаемся дальше. Все-таки потихоньку, ребята, меня покромсали. Да? По чуть-чуть. Но ты успеешь бросить круг-то свой? Туда, в тотем бросил, да? Ладно, стрелок Кайл. Что тут происходит? Оу. Да ты посмотри, ребята, эти курицы хуже не придумаешь. Докпа, ну-ка, помогай мне. У нас очень мало здоровья. Я пока дойду до босса, у меня уже его вообще не будет, судя по всему. Так, опять этот петушара идет. Их тут много.
Их тут очень много. Ты посмотри, целая орда этих петухов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, офигеть, они еще и третьего уровня, они сейчас заклюют. И как вы прикажете мне здесь играть? Давай, цифровой, быстрее копи свою энергию. Пришельцев призовем. Ну, заморозка мне нужна. Не успели. Вот что я могу сказать. Смотри, как они быстро пришельцев разбирают. Ох. Слушай, по-моему, мы тут сфейлились, ребята. Слушай, я давно не проигрывал. Вот просто даже не дойдя, я не проигрывал. Слушай, надо переиграть. Это не дело. Нифига себе, третьего уровня курицы могут вот так вот тебя заклевать просто-напросто. И ничего не поможет. Слушай, ну, я не знаю, тут надо, наверное, много стрелков. Или как тут быть-то, я даже не знаю. Давай, наверное, Догпу призовем. И космовоителя сразу же, вот так вот. Картман здесь, кстати, пригодится нам. Так, Джимми вышибала. Так, давайте попробуем с этими петухами расправиться все-таки. Как можно быстрее. Картман. О, хотя бы так. Так, Стэн цифровой, давай, голуби летят, вон, смотри. Да хоть что-нибудь будет происходить или нет? Отнимает здоровье. Мы даже голубей не можем побить. Господи, докатились уже. Фух, так, дрон пришельцев нам пригодится, я думаю. Давай так вот, заморозочку. Отлично, тут, по крайней мере, хорошо. Так, вот, ребята, следующая партия петухов этих бежит. Ну-ка. Не успели подбить. Как ты их так быстро... Как ты быстро так двоих ушатал-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой, опять та же самая петрушка, ребята, мне не потянуть по ходу дела. Я боюсь, мы не справимся здесь. Джимми, Нейтана, я даже не знаю, что лучше, может быть, киборга Кенни вызвать. Давай киборга Кенни призовем. А, может быть, если его убьют, мы хоть какого-нибудь петушару с вами заберем. О-хо-хо-хо, нет, нет-нет-нет-нет-нет, ребята, ни черташечки у меня не выходит. Их слишком здесь много. Их тут слишком много. Как они такой уровень-то придумали? Блин. Офигеть. Посмотри, что происходит. Просто заклевывает, а? Вживую, так скажем. Один док только нормально, более-менее еще справляется здесь. А остальные все, остальные вообще ничего не могут сделать. Так. Сейчас, наверное, из этих люков, да, повылазят. Вон, еще, ребята, один тотем стоит. Даже два тотема. Ты куда пошел, Догпу? Так быстро разогнался-то куда? Ага. Сейчас я разыграю свою самую волшебную карту. Ой, боже мой, вот бы это был единорог. Угу, единорог. Нет, ребята, это удивительный Рэнди. Я об этом вам и говорил, что это тот самый, блин, фокусник. Удивительный Рэнди. Ну, и люки, да, открылись? Это всего лишь мистер Марш, отстой. Эй, детки, я вернулся. Не хотите немного магии? Кто же мне Копперфильд? Эй, я люблю магию. Но, мистер Марш, у вас ширинка расстегнута. Да-да, верно. Ширинка расстегнута. Ну, гадость. Да подожди ты, гадость тут. Оу, оу, ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Ты видел, что он сделал, ребята? Он просто бомбанул какую-то магию. И все. И мои все герои полегли. Слушай, это что за фигня такая происходит? Я не могу ничего сделать. Представляешь? Вообще ничего не могу сделать. Я даже не знаю, как тут нам... Давай гомосек этого призовем, может быть, да? Пришельцев. Так. И стрелка Кайла. Попробуем вот таким вот, ребята, макаром с вами поиграть. Опять у меня пошло за руль отниматься, а? Гомосек, ты кого-нибудь бомбишь там вообще или нет? Я не вижу. Пипец, у меня уже отняли первое здоровье. Зашибись. Офигеть просто. Ну, давай попробуем так сделать. Так, Картман, мне нужен твой суперудар, блин, господи. Ну, ты доживешь до него хотя бы. Да, конечно, доживешь. Смотрите, что происходит, ребята. Я не могу с ними справиться. Знаешь, почему? Мне кажется, здесь нужно взять магию. Почему-то мне кажется, что здесь нужна будет магия. Я вообще не могу справиться. Третьего уровня меня тут распишут.
Просто по полной программе. Ну давай попробуем заморозку. Вот так вот.